Приветос, амигос, добро пожаловать в машину времени, в игру, которая называется «Паранойя 2». Я представляю, что где-то же есть наверняка «Паранойя 1», там-то что происходит, если здесь такая жесть. Игра вышла в прошлом году, но почему-то я пропустил эту грандиозную новинку. Вообще, конечно, это боль от воспоминаний просто терзает мою задницу. Мне до сих пор кажется, что вот эта мутная надпись — это «Counter-Strike». Потому что все настройки, все меню, все здесь все создано просто для того, чтобы напоминать. Кстати, мне кажется, что разработчик русский, я тогда не понимаю, какого хрена на стенах русские надписи, но меню, сука, все на английском. Они на что вообще надеялись? Эти безумные оптимисты. Серьезно, где здесь? Где здесь выбирать язык? Вот что значит непоследовательность. О, жесть, как я отвык от меню, которое выпадает в этой рамке. Нет. Я сдаюсь, наверное, здесь нету русского языка. Наверное, русский язык здесь написан. Все русские буквы, что были, потратили на стены. Хорошо, new game, medium. Я не буду брать сложность. Стун. А, это все. Я думал, сейчас скутер заиграет. Он будет жить. О. Да, но он в тяжелом состоянии. Хотя мы стабилизировали его. Где антидот? Что должен... Ясно. У них даже деньги на актеров озвучки нашлись. Боже мой, вот это бюджет. О, да, эта игра загружалась дольше, чем... Я не знаю, дольше, чем, наверное, все. Интро-пролог. И чё интро-пролог? Мне надо ждать, пока этот вентилятор просверлит мне дырку в черепе, или, может, я начну шевелиться, как-то управление не работает, мать твою. А, о, конечно же. Конечно же, анимацию, как человек встает с кровати, они не осилили. Поэтому я просто телепортнулся на пол. Они сказали, что еле-еле он жив, непонятно как, но судя по скорости моего передвижения, видимо, в меня ударила молния, и я теперь человек-молния, потому что очень быстро ходит главный герой. Я узнаю этот движок, это Counter-Strike Source, я уверен практически наверняка, но даже вот эта классическая чувствительность мыши, когда в настройках она просто поносно резкая, а в игре она просто вообще ни о чем. Я даже не знаю, как тут повысить эту чувствительность. Тут шкала-то какая-нибудь есть, может, где-то? Нет, ни хрена. Придется на мышке выкручивать. Выкрутили, посмотрим. Вот, теперь сочетание скорости бега и поворота камеры практически идеально. Эта дверь чуть-чуть меня в стену не вбила. Слушайте, ни хрена себе. Мне кажется, что можно себя запереть здесь просто этой дверью, но мне мешает выйти... Какой-то стул. Мне кажется, что начало этой игры было немножко спизжено из-за ходячих мертвецов, где главного героя точно так же... Блять, а что я должен нажать? Спасибо за обучение, пацаны, которые делали эту игру, вы лучшие. А, ну конечно же, это Source, какое в жопу обучение. Прыгай, приседай, жми прыжок, жми приседание во время прыжка. Да, это определенно скопировано из ходячих мертвецов. Вот кровь. Главный герой в запертой палате. Я уверен, что нас туда друг отвел с нашей женой. Вид за окном. Вид за окном — это не то, на что стоит тратить ресурсы игры, рисовать там что-то. Господи, зачем? Я помню, что в начале игры «Ходячие мертвецы» точно так же моргала лампа. Да, управление чисто Source на Shift. Главный герой не спринтует, а наоборот идет шагами неслышными. Ну, тьма тут просто как в жопе. Сами знаете, человека какой национальности. Люк, естественно, закрыт. Вообще, больница, конечно, в нашем духе сделана, в отечественном. Мне кажется, что на Западе так до конца и не поняли технологию создания вот этого стекла из квадратиков. Они, вернее, технологию-то, может, и поняли, а они не поняли, нахера мы это делаем. Зачем оно нужно? Так, ага. Идем ниже. Тут по-прежнему набрызгано краснодарским на стены. Для устрашения. Главный герой внезапно стал дышать. Я аж охренел, что он... Подожди. Он на Shift что, дыхание задерживает? Нет, он просто дышит зачем-то. Тут, походу, кто-то недавно стал женщиной на этом матрасе.
И набрызгал на стены, да? Логика, твою мать. Я так понимаю, что это отечественный хоррор, походу. Есть у меня такое подозрение. Мне даже кажется, что это хоррор про зомби. Двумя какими-то лыжами заколотили дверь без единого гвоздя. Почему стекло выдает такое маревое? Вообще загадка. Что мешает открыть эти двери? Защити себя и близких. Вакцинация – основной метод профилактики гриппа. Сделай прививку. В муниципальных поликлиниках вакцинация проводится бесплатно. Видимо, с вакциной от гриппа людей заразили вирусом зомби. Доверяя самое ценное профессионалам. Министерство здравоохранения Российской Федерации. Это там, что ли, профессионалы? Вы что, издеваетесь, блядь? Игра еще с черным юмором, я смотрю. Мне кажется, в Министерстве здравоохранения Российской Федерации вам могут только лоб зеленкой помазать. А очередь на халявное МРТ длиннее, чем китайская стена. В МИФИ, в Министерстве чего-то там, это же выписка из медицинской карты амбулаторного стационарного подчеркнуть больного. Иванов Иван Иванович, блять. Дата рождения 90-го года. Город Москва, Ивановская. Иванов Иван Иванович с улицы Ивановской. Лакунаринная акина какая-то у него диагноз. Выбыл в 8-м году. Я не знаю, зачем, блять, я не знаю, вернулась. Я не знаю, зачем здесь эта карта. Это даже, ну это образец заполнения карты, потому что Иван Иванович известный персонаж. У главного героя почему-то бьется сердце, как будто играю в амнезию и 2 часа в темноте простоял. Я не знаю, что с ним. Колбасить его не по-детски. Здоровье родителей, здоровое потомство. Здоровые родители. Здоровое потомство белой арийской расы надо было дописать. Но мне походу сюда. Чё за мать твою? И чё? А. Тут даже звук в начале, из начала раунда Counter-Strike, звук купленного пистолета и звяканье лезвия ножа. Опа-на. Плохие новости, пар. Камера наблюдения, установленная на уровне К4, показывала, что выжившие уродцы из лаборатории Крот-1 каким-то образом выбрались за ее пределы. Командование полагает, что эти твари достаточно умны, чтобы пробраться на верхние уровни через систему технических тоннелей. Мы здесь, чтобы устранить эту угрозу и провести полную зачистку нижних уровней. Срочно пополните ваш боезапас и проверьте экипировку. Встречаемся через 5 минут у грузовых лифтов. Чувак, с игрушечным автоматом, я еле тебя слышу. Советую прихватить как можно больше боеприпасов. Вы об этом уж точно не пожалеете. Блять, это худшие актеры озвучки. Господи, даже любители озвучили бы лучше. Он, блядь, говорит, прихватите боеприпасы, мы идем на задание, с таким тоном, как будто просит, блядь, зайти за хлебом на обратном пути. Ты дурак, что ли? Пацаны, будет жарко, набирай патроны. Что-нибудь такое надо, блядь, и голосом таким, как у военного, а не как у гопника, блядь, из 3-го курса ПТУ, ёпша. Чувак, ты можешь быстрее ходить, ты можешь ходить быстрее, там чувака нашего убили уже нахер. Иди, дружище, ты развалишься на части. Сейчас ты на части развалишься. Так, у меня есть автомат, и с него даже можно прицелиться. Это уже неслыханная роскошь по сравнению с игрой Counter-Strike, где до сих пор целиться из каждой пушки нельзя. Так, спринта нет, ничего нет. Присесть-то как? Есть приседания, да, все нормально. Странно, что наши остальные солдаты спецназовцы, а это видно, что срочник какой-то, который даже не знает, как держать автомат так, чтобы текстура приклада не входила в руку. Господи, чувак, что у тебя с шеей, а что у тебя с глазами? Тебе вместо глаз 2 дырки в текстуре просверлили. Ох, классный выстрел, классный звук.
уродцы из лаборатории Крот, мне кажется, это мой отряд. Ну давайте найдем уже зомби и постреляем. Чувак, ты не зомби? На выходе в амбразурке здесь пулемет. РПК, насколько я вижу, да? В этой графике хер просы, что это такое. Горит шестеренка, что с ним можно поговорить, но на самом деле поговорить с ним ни хера не дают. Не, ну солдат тут просто до жопы. Зачем сюда спецназ приехал, если еще внутренняя служба безопасности не вся полегла смертью храбрых? Высокое напряжение опасно для жизни. Тогда нахер сюда вход сделан? Я понимаю, что все это рисовали с любовью, писали слово «отходы». Кто-то вспоминал кухню в своей казарме, но... Манать меня в уши. Это что, кино играет? Где оно? Где, откуда звук? Да ладно. Бля, эта игра уже мне нравится. Причем это играет не само кино, это играет, как это сказать, минусовка группы крови. Скажи, я не понял, откуда идет звук? Да ёб твою. Эти загрузки здесь внезапнее скримеров из Outlast'а. Просто херак и все повисло. Ну что, кто-нибудь выйдет позна... Прости, чувак. По твоему виду и не скажешь, что ты не зомби-мутант. Как таких кривоногих в армию-то берут, ёб твою медь. А это что? А, это знаменитый российский... А, ну да, это наша БТР-ка. У меня такая в детстве железная была. По-моему, у всех пацанов в детстве была железная БТРка и железная пушка. У счастливчиков был даже железный танк, по-моему, какой-то. Тяжелое детство, железные игрушки. Зато, когда хулиган у тебя хотел отнять этот танчик, можно было просто взять и дать ему этим танком. Да не, я угораю. Кому нужны были эти танчики? Отнимали железные машинки, сука. Железной машинкой сильно хер ударишь. Помните такие? Их катать можно было, а и больше ничего с ними нельзя было делать. Чувак, я все равно не слышу, что ты говоришь, поэтому просто давай мы просто пойдем. Не открывайте двери лифта, пока не убедитесь, что кабина перед вами. Это может привести к падению в шахту. Господи, для каких дебилов это написано? Что? А, я должен... Вау, тут два этажа всего. Блять, опять за... Блять, количество загрузок в этой игре превысило все возможные пределы, блин. Она просто... Вперед, шевелитесь! Тебя кто с радиокулитом в армию взял? Так, правила пользования пассажирским лифтом грузоподъемностью 350 кг 4 человека. Бля, вот не впадло им было всю эту хуйню сюда вешать? Двигайся, чего застрял? Чего застрял, двигайся, господи. Иди разговаривать научись сначала по-русски, господи. Господи, чуваки, если вы делаете игру и вам нужна нормальная озвучка, позвоните мне, ёб твою мать. Сколько мы еще будем выслушивать этих гумозников, бля, в играх? Двигайся. Чё застрял, блядь? Такое ощущение. Теперь становится понятно, почему у нас всех персонажей на русскоговорящих озвучивает Всеволод Кузнецов. Потому что остальные, бля, вообще ни хера не умеют ядрить, колотить. О, бля, слушайте, я уже 20 минут тут бегаю, ни одного врага еще не видел. Это что такое? Вентилятор, который утягивает воздух под землю? Чтобы кроты задохнулись, наверное, и померли. Такое чувство, что в сталкача игра. Нужно больше загрузок. Удивительно, что... Я не пошел с остальными, видимо, и сделал правильно. Слышь, карась, я тебе ебало набью, я чуть не обосрался, блядь, карась. Хрен ты ослиный. А, вот вы где. Вы какой-то длинной дорогой пошли, что ли? У меня такое чувство, что пора...
Пора еще одну загрузку вставлять. И постоянно где-то сидит какой-то спецназовец, какой-то непонятно. У кого такой прожектор? Мой фонарик вообще, блядь, не светит, а у него... И чё, как бы? А при чем тут начало игры, где я в больнице? Я что-то вообще нихуя не понимаю. В чем сюжет этого хоррора? Сука, я в 4-м Resident Evil первого бомжа встретил через 3 минуты игры. Какого хера я тут второй час плутаю, найти ничего не могу. Это не код, да? И чё, и как это открыть? Карась, ты мне не скажешь, как открывается эта дверь? Хотите прикол? Когда, если зажать правой кнопкой, правую кнопку мыши, он не стреляет. А, наверное, он. Высокое напряжение опасно для жизни, значит, нам туда. Я устал от всего этого дерьма. Ты устал от всего этого дерьма? Смотри, от этой игры даже боты устали. И о чем я думал, когда сюда приперся? О чем вы думали, когда всем голоса одни и те же делали? И всех этих тварей, и домой. Всех этих тварей? Поболтаем в другой раз, майор. Майор, сейчас что, подходящее время? Майор, сейчас что, подходящее время? Блять, когда к тебе обращается старший по званию, всегда подходящее время. Оно по умолчанию. Оно по умолчанию идеально подходит для разговора. Придурок, блять. Убьем всех этих тварей, которых мы еще не видели, и домой. Вот такой у нас план. Ну это просто расконсервация улья в Resident Evil 2 в начале. Смотрите, мозг из Half-Life 2. Куски тел из Half-Life 2. Кровь из Half-Life 2. Бля, как весело. О, боже. А, и вот первый бомж со светящимися глазами вышел. На тропу войны. И начинается русский киллинг флур. Ща, пацаны, я спущусь, помогу. Началась зачистка, короче. Атомная. Всегда я хотел играть в игру, где пацаны с автоматами валят. Да почему он не стреляет-то? Валят пацанов без автоматов. О-о-о! Семён Семёныч. Зомбарей-то, блядь, нарисовали, ёб твою мать. Вон, пойду хоть поближе посмотрю, что это такое. Это тоже советский солдат, которому похуй на всех, кроме меня. Нет, его все-таки застрелили. У меня есть Макаров, который стреляет так, как будто на нем глушитель. А где мой автомат? Я хоть, может, прицельную стрельбу, может, хоть начну, хоть хедшотов наставлю. Кого он не стреляет? Уже нет никого. А, нашли одного бедолагу. Блять, а бомжи думают отстреливаться, может быть? По-моему, у них нет шансов, потому что нас-то много. Если бы я воевал с ними один, у них была бы маза, что у меня патроны кончатся. Двое здесь, остальные за мной. Двое за каким-то хуем остались там? Охранять, видимо, БТР, чтобы с него колеса не скрутили. Остальные за мной. Куда за мной, непонятно. Мы зачистили. Мы убили 6 бомжей и все, говорит, зачищено. Сейчас, походу, будет загрузка. Я даже видео заранее остановлю. Нет, не буду. Но она сейчас будет. Вот она, блядь! Сука! Да, это чутье. Когда ты видишь впереди длинный коридор, в котором ни хера не видно, скорее всего, это загрузка. V. Айда нажимать все кнопки подряд. Может, герой убьет током, и мы закончим? Ни хрена. В этой комнате просто ничего нету, и делать здесь нечего, но зато можно открыть все шкафы. В которых, естественно, ни хера нету и быть не могло.
Вообще, если это российская исследовательская станция, на которой только недавно случился бомж-апокалипсис, почему стены такие ободранные? Хуяси. А я не подозревал, что они такие живучие. Их что, всегда боты убивали, что ли? Блять, а теперь ты падаешь, чувак. А, я знаю, со мной отряд шутников, они мне... Это, на 1 апреля, блядь, холостых зарядили в обойму. Говорит, давай его подъебнем. Естественно, здесь дверь с очевидно выделяющимся на ней рулем, но который нельзя поворачивать. Что делал здесь этот бомж в тупике, кого он охранял, непонятно. Да, стены как будто на них ссали 20 лет, я просто охереваю. Русская секретная научная станция. В которой, на которой работают такие умные ученые, что для них даже написали предупреждение об опасности езды на лифте. Сука, это, блядь, не научная станция, это, блядь, дом умственно отсталых какой-то, блядь. Шепотом разговаривает наш спецназ, я нихера не слышу. Интересно, а патроны у меня бесконечные, судя по всему, потому что тратить их в таких количествах... Зомби проводит серию ударов в голову по спецназовцу. Двойной левый, правый, хук. Этот что-то тупит, блядь. Моя команда убивает их намного быстрее, чем я. Наконец-то спецназовец, пропустивший 6 ударов... по своей щечломорде, блядь, все-таки решил открыть ответный огонь. Но он как бы, это как бы, знаете, это в кино так раньше, в 90-х, в боевиках, какой-нибудь супер боец выходит и подставляет свою голову под удары, типа показывая, ха-ха, да мне похрен на тебя, слабачок. Видимо, сейчас спецназовец демонстрировал нам ту же технику. Я что-то не понимаю, куда идти-то? А, ты дверь открыл? Ждешь, когда я в нее пройду? Блять, наверное, это загрузка. Точно. Нет, смотри-ка, не загрузка. Блять, сука! Видимо, движок этой игры не в состоянии выдержать нагрузку больше, чем 4 бомжа на локацию, поэтому здесь реально каждые 15 шагов загрузка. Интересно, кто, блять, и с какой целью создавал эту игру? В 2015 году. Я понимаю, если бы она вышла в 2005. Возможно, она имела бы даже какой-то успех. Потому что, ну, диск купил, домой принес, все, возврату не подлежит. Играй, сучара. Но сейчас... Лифты не работают, ни черта не работает, надо опять открыть это говно. Где оно открывается? Конечно, где-то, наверное, из комнаты управления на втором этаже. И наверняка ее охраняет один бомж. Ни одного. Да, и двери отсюда, походу, нихера не открываются. Перестал даже этот шкаф открываться. Кислородный изолирующий противогаз. С длинным шлангом. А, вот она. Вот она. Дверь моей мечты. Сейчас, наверное, опять бомжи повалят. Я так понимаю, они тут нападают волнами. Ну, чисто Killing Floor. Это русский Killing Floor. На прохождение. Что может быть лучше? Что это такое? Кто-то оставил сумку. О, боже, наверное, лифт заминирован. Естественно, ничего нельзя из нее взять. Таких функций в то время в играх не было. Что-то давно не было загрузки, чуете? Какие-то чвякающие звуки, вероятно, что... Сейчас будет какой-то мини-босс, наверное. Бомжей хорошо валит только пулемет. Все остальное... Да, блядь. Для кого не положили здесь аптечку? Кто тот человек, который может потерять хоть сколько-то здоровья на пути сюда? Даже ДЦПшники дойдут.
Блять, а зачем мне стационарный пулемет, если у меня в руках точно такой же? Плюс ко всему, из этой двери вышло 3 бомжа, 4, которых тут же расстреляли. Я даже не успел добежать до своей стационарки. На кой хер она там висела? Стояла. Блять. Если честно, довольно сложно играть в игру, в которой загруз... Внимание всем. Командование приняло решение о полном уничтожении лаборатории Крот-1. Наша основная задача... Блять, да кому ты это рассказываешь? Кому, блять, интересен сюжет этого говна? Заткнись нахуй, пожалуйста. Не беси меня, блядь. В этой игре я играю меньше, чем, блядь, смотрю на загрузки. Это пиздец, это на компьютере, который сильно опережает тот кусок дерьма, который был у меня в 2005 году, когда я проходил Half-Life. Или когда я там ее проходил, даже не помню уже. Но загрузки просто, блядь, бесчеловечны. Они, блядь, вот реально, вот 3 минуты сижу, жду на экран загрузки. И при этом я, ну, вы видите, да, наверняка Бандикам запишет эти зависания, вот вы сможете сами оценить. В конце, вот представьте, что в конце каждый раз, когда происходит склейка, да, по вине этой замечательной игры, вот это я, блядь, 3 минуты сидел на загрузку, любовался. Это просто жесть. Ну, не поленились стены раскрасить футуристикой. Кстати, раскраска стен очень даже впечатляющая. Очень даже в духе советского... какого-нибудь музея или планетария даже. Да ёб твою мать. Каталка не двигается, блять. Наверное, колеса к земле приварились. При этом приросли. Ну там, походу, это Лев Толстой или Галилей, Эврика. Бен Ладен, блять, вон внизу. Дедушка поужинал, прием. Боярский. А он что там делает? Непонятно. Но мне нравится, как раскрашена вот эта стена. Ради того, чтобы посмотреть на вот эту футуристическую раскраску в стиле, блядь, мультфильма про Алису Селезнёву, стоило корячиться 15 минут. Я бы такую татуировку даже куда-нибудь набил. Так. Упритесь в дверь, наверное, гласит этот значок. Но лифт, блядь, нам не вызвать. Он не работает. О, да. О, автомат с газировочкой, смотрите. Года. Вода. Вода вазирована. А, ну это Г такая, газированная. В институте, в лаборатории, в секретный Крот-1, где все облупилось. Стояли аппараты, блядь, с газированной водой за монетки. Они обирали своих сотрудников. Так, а вот похоже, мой спецназ. Кто-то с этих тварей все-таки прорвался на верхний уровень. Только что было замечено несколько уродов на уровне К3. Че пелишься, Кулак, ваша группа обеспечена. Если я умру, вам будет меня не хватать. А мы в это время закончим зачистку нижних уровней. Мне нравится. Во время детонации заряда мы оповестим всех. Да залепи, чувак. Вы видели, что... как он разговаривает с майором? Че пялишься? Если я умру, вам будет меня не хватать. Он выбил дверь и сорвал спину, поэтому стоит тут же и потягивается. О, дырочка в стекле. Майор, двигай вперед. Я сзади буду, прикрою тыл. Ты охуел майором командовать? Ты что, совсем отбитый, что ли? Блять, кто эту игру режиссировал? Это просто... С, субординация, пацаны. Гуглите, когда-нибудь пригодится. Майор, майор, ну-ка сквозани-ка в разведочку, пока мы тут с пацанами, пока мы с корешами, с рядовыми посидим тут. Здравия желаю, майор, за пивом с Гонзой. А, блядь, скример, боже мой! Наверное, вот так надо было здесь реагировать, да, чтобы собрать лулзов с этого видео. Я в шоке, бля. Вообще, кто бы мне сказал, что я буду играть в это в свои-то годы. Подвиг, слава, гордость, известие. Какой странный набор слов. Что, оттуда никто не полезет? Может, хотя бы красный демон выпрыгнет? О, я один. Давайте, я майор, я достаточно взрослый, чтобы ездить на лифте один. Ну, пожалуйста, работай. Наверное, мне сюда. Да, на этом движке не надо рисовать лестницу, чтобы залезть. Ну, пожалуйста, ну я же вижу, что нет, мне не сюда. Замысел отечественного разработчика хер разгадаешь. Отечественный разработчик хитер, как старец, блять, фура.
Майор, ну, и чего ты там ждешь? Майор тебя ждет, блять, ты можешь перешагнуть через ногу этого бомжа, и мы дальше пойдем. Как же я устал от всего этого дерьма. Блять, а я-то как от твоего дерьма устал, чувак. Я понимаю, почему лифт не едет, потому что бот не идет вовнутрь. Бот не идет за мной, бот не идет вообще, бот ходить не умеет. Здесь больше некуда идти, бот просто залип и не может... Ну это классика советских... боже... Я с тобой, майор. Классика отечественных игр, когда боты начинают тупить и портят тебе прохождение. Ну что ж... Я с тобой, майор, но подожду здесь, да? Вот это хотел, наверное, сказать. А, мне нужна, видимо, перезагрузка, я не знаю. Давайте посмотрим. Лод. Лод. Квиксейв 3 минуты 42. Последнее автосохранение было спустя 3... Давайте посмотрим, где я. Хорошо, потому что, ну... Сами видите, бот помер. А, нет, я здесь. Надо бомжей отодвинуть, а то бот через них не пройдет. Блять, ты меня без работы оставил. Ты просто всех порвал. Какой ты красавец. Медаль тебе дадут. Ну что ж, они кучно легли. Я надеюсь, что это не станет для него непреодолимой преградой. Да, он прошел. Красавец. Красавец ты мой. Пойдем. Повышаю тебя в лейтенанты. Властью данной мне российской армии. Пойдем. Я полковник. Пойдем на парад. Трустой, трустрой. Давай радикулитный. Хули. Убить всех этих тварей и домой. А, надо было нажать суп. Если будете играть, имейте в виду, что для того, чтобы лифт поехал, надо жать не на кнопку, а вот здесь на стену, в секретное место. Наверное, в прошлый раз поэтому я не смог его запустить. На кой хуй мы едем после загрузки в лифте так долго? Смотрите, здесь две одинарные двери из маленького лифта соединили. Что тут? Крот 2. Мы хотели Крот 1 взорвать. Зачем нам Крот 2? Нихуя, они даже текстовые файлы разложили. Проверка пропусков у научных сотрудников. О, здравствуйте, майор. Это вы? А я думал, это те мутанты меня уже нашли. Вижу, вас потрепало. Вы, наверное, направляетесь в Крот 3. Я как раз оттуда. Страшно представить, что там сейчас творится. Слышь, краснокожий индеец, а ты с чего взял, что я май... А, у меня погоны, наверное. Выжил ли кто-то еще. Хотя спецназ не носит погоны. С чего ты взял, что я майор? Что ваше командование решило все здесь уничтожить. Дело в том, что мы с вами сейчас находимся на уровне К2. Этот уровень включает в себя комплекс лабораторий Крот 2 и помещение архива. Меня интересует именно архив, ибо он хранит все отчеты научных исследований, патентов и прочие секреты за всю историю существования комплекса Крот. Архив хранит патенты. А-ха-ха, блядь. Ебать, нихуя ты шутник. Ну и нахуй, дебил. О, ёб твою мать, какие патенты в архивах, какие нахуй монстры, зачем все уничтожать, зачем вам, блядь, исследование этого говна? Чё, иди в Роснано работать, блядь, изобретай чернила, которые пишут по воде. Но, блядь, это просто вообще, это собрание тупости, это что нахуй, параллельные миры? А, это стекло. Это просто собрание какой-то фантазии, блядь, третьеклассника какой-то, вообще нелепая хуйня. А программисты, наверное, блядь, на уроке информатики эту игру делали, потому что это просто жесть. И сейчас опять, видимо, будет загрузка. Я клянусь, еще одна загрузка, я бомбану и выключу ее нахуй. Это просто, бля, невозможно по 5 минут сидеть, смотреть на эти загрузки. Это жесть. О, стеночку опять раскрасили. Эти материалы, ладно, очень важны. Поэтому соберите все, что сможете, находясь в этом комплексе. Иди нахуй, дебил. Ты мне дверь откроешь, нет? Еще кое-что. Удачи, майор. Еще кое-что, удачи, майор. Ты хоть ты бы, блядь, интональность менял, ёб твою мать. А, вот она. Все, я не могу. Чудо, что это дерьмо не виснет и не вылетает. Но, блядь, эти загрузки... Эти загрузки на каждом шагу. А грузится здесь просто великое ничего, потому что в этой игре ни хера и нету. Просто жесть. 2015 год. Кто? Кому это нужно? Включай рубильник, мы в воде, пусть нас током угандошит. Что это такое? Комната радиста. Архив. Вот он, наш архив.
Судя по всему, сейчас будет босс. Да, мы видим, что в архиве дохуя всего хранится. Одна, блядь, книжка и ту, блин. И ту страница обоссались. Ох, нихуя. Че это такое? Прожил почти месяц эксперимент. Что-то там зачирикали. Пытались создать Project Supervisor. Этот проект является частью общего проекта. Эй, уже скучно, блядь. Так, центральный. Ну и мы видим, что собаку головы, собаку, голову от собаки отсоединили и присоединили ее к установке. И эта собака, это Колли, походу. И это похоже на реальную фотку. Интересно, что еще можно такого классного тут найти? Высший пиров. Ну, здесь фотки не приложили, поэтому нахуй не интересно. Что тут такое? Это туман или что? Или паутина? Паутина, наверное. Я в фильме Mortal Kombat последний раз такую паутину неправдоподобную видел. Нахера им столько газет тут? А, ну да, жопу вытирали, это же Советский Союз. Почитал, подтер. Какой я бравый. Сразу видно, майор. Вау, я умею телепортировать пушки из кармана себе в руки. Так, там еще одна бумажка. Вот бумажки, это интересно. Вообще без фотки. Вы что, издеваетесь? Я единственное похвалил вас за мистику, блядь, и вы ее сходу просрали. Ну, за такую правдоподобную. Это не халат тупой, блядь, где просто версии какие-то приводились. Тут даже фотку где-то нарыли. С головой собаки, которая месяц жила без туловища. Без тулубища. Но заметьте, что врагов опять нету, блядь, и делать, в общем-то, здесь нехуй. Просто ходи, броди, блядь. Ходи, броди. Наслаждайся атмосферой. Ах, как тут атмосферно. Ай, атмосферно. Документы, патенты. Импотенты тут, а не патенты, ёптать. Где? Что? Что я еще должен взять? Я отсюда пришел. А, ну все, я взял три бумажки. Mission complete, походу. Можно вернуться. Настораживает, что мне никто не препятствовал их собирать. Да, все, там сортир. Берешь вот здесь газетку. Ну, я и говорю, смотрите, берешь газетку, Известия. Идешь сюда, занимаешь места согласно купленным билетам. Дверей, естественно, нет, потому что все товарищи. До смыва, блядь, хуй допрыгнешь, поэтому, наверное, никогда не смыто было. Нормально. Все как у людей. И на входе в сортир как раз висят итоги социалистического соревнования. Видимо, кто больше навалил. Какие нахрен социалистические соревнования? Ну где этот профессор? Не открыть. Там тоже не открыть. А, ну да, меня ждет загрузка, конечно же. Хоть раз бы кто-нибудь выпрыгнул. Мне чудом удалось выжить. Да мне похуй, ты дверь открой. Домофон, 1, 2, 6, давай. Нужно сохранить как можно больше материалов по исследованиям и экспериментам. Я принес тебе материалы, блядь. Их там не так много, там пустые полки. До сих пор не могу поверить, что все это происходит. Этот ублюдок меня не выпускает. Ну, короче, я больше не пойду бродить по этой хероборе. Там вообще ничего нет, я не понимаю, что тут надо делать. Надо найти еще больше бумажек. Задания мне никто не пишет. Где их искать, непонятно. Собака, конечно, прикрученная к роботу, это зачет. Но больше ничего интересного. Вообще больше ничего интересного за эти полчаса, что я тут хожу, я не нашел. 2015 год. И вот такую игру выдал какой-то, видимо. Да, это даже по меркам инди-разработчика. Вообще просто никакущая хренота это. Просто вообще. Хочешь опозорить свою страну, сочиняй инди-игры. А, вот. Понятно. Понятно теперь, что они хотели сделать с головой Колли. Они хотели собрать гигантского человекоподобного собака-робота. Собака-робота.
Ну что ж, на этой ноте, где маразм просто зашкалил, блядь. Вот было интересно, а теперь интересно быть нахуй вообще перестало. А, вот теперь, я так понимаю, ему надо все это отнести, потому что больше здесь бумажек точно нет. Теперь это цельный эксперимент. Все, собака, голова, робот. Теперь, наверное, можно отнести. Или лифт заработал. На секретную кнопку. Нет, не заработал. Я просто... Мне просто интересно. Я что отсюда? Просто уйду? Я 2 часа здесь ходил и все? А вот они, хитрожопые, спрятали бумажку под коробку. Нет. В коробке, естественно, заглядывать не нужно. Так вот это надо или нет? А, во! Ха-ха! Просто ёбнуться. Ну, мы видим, что Россия планировала, вернее, Советский Союз, то, что 82-й год, планировал роботов из игры Fallout задолго до того, как их там сочинили. Я думаю, что какой-то, судя по этим документам, это указывает на то, что Fallout сделал какой-то Russian иммигрант, который сдриснул и устроился работать в Obsidian Games и начал для Fallout 3 клепать вот таких вот... А, для Fallout New Vegas клепать вот этих роботов, которые потом восстали там. Типа... Я уверен, что так оно и было. Ну что ж, загадка разгадана. Я понял, на что намекала эта игра, а это главное. Можно дальше не играть. Мне чудом удалось выжить. Тем более, что этот хуесос с баллоном воздуха за спиной меня отсюда не выпустит. Причем 82-й год в игре, по-моему, да, или какой? Баллон у него вполне современный. Все, короче, я просто больше не могу тратить время на этот бездушный, беспонтовый, бессмысленный адский трэш. Спасибо отечественному разработчику, что он не растерял навыки по созданию говна за все эти годы. По-прежнему в деле создания тупого дерьма наш разработчик хорош. Он по-прежнему лучший. Мы держим первенство в мире по дерьмовости своих игр. И просто ура, Россия в перде. Все, что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Я пошел отсюда, господи, блядь, полчаса жизни.